Город Уральск, 27 июня 2020 года. Сижу у себя во дворе, дышу воздухом, своеобразная прогулка. Вчера также выходили на прогулку, подышали воздухом. Вот, что я хочу отметить. Вчера во время прогулки, 26 июня, была задержана Диана Баймагомбетова. Сегодня в социальных сетях я узнал, что судья ей вменил, посадил на 15 суток административного ареста за то, что она вышла на прогулку по призыву Мухтара Аблязова. Я не знаю, ребят, ну что это за абсурд в самом деле. Некоторое время назад я слышал, что мы должны брать разрешение на размножение, скажем так. Теперь, получается, мы должны брать разрешение на прогулки. Мы и так стараемся соблюдать все ваши предписания, указы и требования по поводу профилактики коронавируса COVID-19. Но в конце концов, вы сами задумайтесь, насколько это абсурдно сажать человека на 15 суток только за прогулку. Адекватность должна же в конце концов быть. Ну, на самом деле, ребята, нельзя так. Вышел человек? Ну, вышел. Теперь нам что? Когда мы будем выходить на прогулку, мы должны заполнять заявление с тем, что мы вышли на прогулку не по требованию Аблязова, а по собственному желанию. Ну, в конце-то, ребят, в конце. Будьте серьезнее.